naszych prelegentów o przybliżenie neopogaństwa rosyjskiego. Добрый день. Как раз возвращаясь к основному вопросу, дело в том, что наша лаборатория непосредственно выходит в поле. То есть мы живем среди носителей данного мировоззрения, общаемся с ними. В науке этот метод называется включенные наблюдения. Так вот, говоря о генезисе данного движения в России, согласно моей точке зрения, которую разделяет такой известный у нас религиовед, как Алексей Гайдуков, родноверие, неоязычество, современное русское язычество, если мы отойдем от жесткой терминологии, зарождается в 75-76 году прошлого века. Его становление связано с фигурой Добровольского, ныне покойного, известного в языческой среде, в исследовательской литературе, как Доброслав. Если мы обратимся к сегодняшнему дню, среднестатистический русский язычник – это мужчина 30 лет, имеющий законченное высшее образование, среднего достатка и проживающий в городе федерального значения или крупном областном центре. То есть современное русское язычество, безусловно, в большей своей части – это движение урбанистическое, городское. Объединяет родноверов, неоязычников, по-разному их можно называть, обряд, праздник, идеология и, конечно, мировоззрение. В настоящее время данное движение неоднородно. Именно после 2010 года происходят многие новые сдвиги в развитии родноверия. Некоторые я могу перечислить, безусловно, если вам это будет интересно. Что с какой-либо стагнации мы не наблюдаем. Среднестатистический праздник, на котором мы присутствуем, если мы говорим о союзе общин, как крупном религиозном объединении, собирает в Центральной России от 1,5 до 3 тысяч человек. Если мы берем Сибирь, если мы берем такой сакральный центр для язычников, как Аркаим, эта численность присутствующих на крупном свято или празднике достигает 10 тысяч человек. Разработана в настоящее время у большинства общин символика, мировоззренческие основы, мифология, полностью проработан пантеон. И говорить о том, что движение сходит на нет с 70-х годов, мы не можем. Kolejnym bardzo ciekawym aspektem neopogaństwa rosyjskiego jest to, o czym mówił pan profesor, czyli masowy charakter ruchów neopogańskich w Rosji. Jeżeli mamy ruchy tego typu na terenie Polski, albo Czech, albo Słowacji, one są bardzo małe, niewielkie. Mamy jakiś promil wyznawców, jeżeli chodzi o polskie ruchy rodzimowiercze. Natomiast w Rosji one są masowe i bardzo mocno wpływają na kulturę. Czyli taka fascynacja rodzimowierstwem, neopogaństwem, rekonstrukcją kultury dawnych Słowian jest jakby fascynacją na skalę masową. Bardzo jest to widoczne w przypadku literatury, sztuki, muzyki, ponieważ rodzimowiercy rosyjscy mają swoje własne gatunki muzyczne, gatunki literackie, swoje własne muzea, galerie i to właśnie bardzo mocno odróżnia rosyjski fenomen od fenomenu europejskiego, gdzie ten sam nurt nie jest wcale aż tak masowy. Chciałbym jeszcze zapytać w takim razie, skąd akurat ten mit słowiański jest tak, dlaczego jest tak nośny? Po upadku Związku Radzieckiego nastąpiła swego rodzaju pustka i religijna, i ideologiczna, i upadek ekonomii, i dla Rosjan jakby to był bardzo ciężki okres w historii, ponieważ rozpadło się imperium. I w 90-tych godach, i teraz язычники ищут этот золотой век и видят они его в сильной стране. Но отличие, наверное, языческой государственности от существующей мы можем наблюдать по данным тех же опросов, которые мы проводили. Яркий пример, что для вас родина, был задан вопрос представителями Велесова круга на одном из крупных языческих праздников Купалы, купальского цикла.
И большинство ответило, это место, где я живу. То есть это моя семья, мои знакомые, мои родители. Мы наблюдаем с вами понимание Родины как узкой, ну, я не знаю, как лучше сказать, некой небольшой локации. Современный русский язычник, он почвенник. То есть это дом, это мой дом, да, это моя семья. Родина как Россия или Родина как государство, Россия не набрало и 3%. То есть почему-то данная группа людей недовольна существующим положением. Они говорят обо всем, но только не о стране в целом. Потеря, может быть, мечтают о неком величии, которое было потеряно, но по-другому они не связывают ее конкретно с существующим строем. Более того, мы проводили еще один опрос, связанный с историческим лицом России. То есть что, какая личность в истории для вас наиболее ценная, да, кого вы наиболее уважаете. И данные, согласно гипотезе, мы думали, что это будет киевский князь Святослав. По понятным причинам, последний князь-язычник Киевской Руси и так далее, героическая смерть, все это приветствуется. Но данные показали совершенно другие ответы. На первом месте был Петр I, потом Сталин, Грозный. С одной стороны, мы рух, который говорит о том, что нужно вернуть до жизни согласно с натурой, пропагує такий тип спільнот, які будуть малими, екологічними, самовистачальними якби вісками, а одночасно цілий час є узалежнений właściwie від новочасних технологій. Це той рис російський, що то якби однаково ж люди, які походили з великих міст, потім мали кризис, зв'язаний з тим мешканням в тих великих містах, з ідеологією, з пошуканням тожсамості, і повернули до życia na wsi, znajdując w tym receptę na kryzys świata współczesnego. Ten rys ekologiczny jest charakterystyczny dla właściwie wszystkich, to jest bardzo ważne, bo może ten ruch jest eklektyczny, on się cały czas rozwija, on się jest cały czas prężnie, jakby to powiedzieć, cały czas ktoś pisze nowe rzeczy. To jest religia, która powstaje, ale wszystkie te wspólnoty są proekologiczne i mówią o tym, że człowiek to jest ten mikrokosmos, mamy ten mikrokosmos, kosmos i musimy żyć w zgodzie z naturą, żeby cały nasz kraj się rozwijał i żył w harmonii i tylko kiedy poszczególne jednostki wspólnoty będą żyły ekologicznie, wtedy naprawimy nasz kraj. Безусловно, экология, она является неотъемлемой чертой создания даже русского язычества 20 века, с самого его зарождения. Кроме этого, существует и другой аспект. Большинство языческих групп в нашей стране, если мы не берем круг языческой традиции, космополитическую организацию, которая сейчас практически сошла на нет, они несут нацкомпонент. То есть обязательно присутствует, кроме экологии, национальная идея, да, обязательно должна присутствовать мысль об идентичности, то есть русской, славянской и совсем шире европейской. Это характерно как для язычества второй половины 70-х, так и сейчас. Чистых экологов очень мало. Рано или поздно встает вопрос о самоидентификации. Доходило до того, что некоторые лидеры разрабатывают языческие партии, языческие движения, мечтают о построении некого утопического социума.